итоги 2015 года следует отметить, что он был достаточно результативным. Все, что мы наметили, мы выполнили, быть может, не в том объеме, который планировали, но это касается не всех позиций. Первое, о чем говорилось, когда отчитывались за 2014 год, что у нас есть проект «Альпинисты Казахстана в Великой Отечественной войне», и что были сложности с финансированием фильма и книги, которые планировалось выпустить к 70-летию Победы. В общем, эти опасения имели место быть, и действительно мы от Министерства культуры и от Управления туризма города Алматы не получили ни копейки. И как мы и планировали, пришлось обратиться к альпинистской и туристской общественности, деньги были собраны, и небольшой, очень скромный тираж, только на русском языке, этой книги был издан. Вот она, эта книга. Причем я хочу отметить, что во вводной части книги поименно названы те люди, которые дали основную часть средств на издание. 6 мая в актовом зале университета Туран состоялась презентация книги, на которой присутствовало достаточно много специалистов из ЦСКА во главе с тренером ЦСКА Эрвантом Тихоновичем Линским. Присутствовали представители прессы и был генеральный директор архива президента. Само выступление Бориса Аликеновича Джапарова имело, конечно, большое значение. Социальное значение книги оказалось достаточно серьезным. Я думаю, что мы еще к этому изданию вернемся через некоторое время, потому что уже снова начал накапливаться новый материал, который, в общем-то, подвигает нас к тому, чтобы и сделать и второе издание книги через какое-то время. По результатам работы 2014 года мной получен государственный грант «Лучший преподаватель». И на этот грант был отработан проект. Мы провели две экспедиции на озеро Балхаш. И, включив материал предшествующих лет, издали книгу, которая называется «Исследование туристско-рекреационных ресурсов Алматинской области. Прикладной аспект». И в этом году мы завершили трехлетний грантовый проект Министерства образования и науки, по которому мы должны были подготовить 10 специалистов по Джунгарскому Алатау и издать путеводитель, вот он называется «По Джетисускому, Джунгарскому Алатау, горные туристские маршруты по Северной, Центральной и Южной Джунгарии». Чем мы особенно гордимся, была издана 100-тысячная карта по этому району с нанесением всех перевалов, которые описаны в путеводителе. Работа была очень кропотливая, материал собирался почти 30 лет, начиная с экспедиции Казтурсовета 1986-87 годов. И плюс те три экспедиции, которые мы проводили в 12, 13, 14 году. Весь этот материал, ну не весь, конечно, материал, а какая-то его часть, которая была обработана, вылилась в достаточно такой подробный анализ туристско-рекреационных ресурсов, которые есть в Джунгарском Алатау для горного туризма, в анализ всех походов, которые проводились до нас. Ну, во всяком случае, вся доступная информация была на эту тему собрана и проанализирована. И было представлено 10 разработанных маршрутов от первой до пятой категории сложности с вариантами маршрутов. Ну, в общем итоге там получилось полтора десятка маршрутов, которые были представлены вот в нашем путеводителе. Ну, надо сказать, что наши надежды на то, что граница с Киргизией и Казахстаном будет открыта в связи с тем, что Киргизия будет вступать Евразийский союз, не оправдались. К сожалению, до сих пор граница закрыта, и те надежды о том, что мы будем достаточно большими группами путешествовать из Казахстана в Киргизию на озеро Иссык-Куль из Алматы, они не оправдались, к сожалению. В этом году возникла еще одна проблема, которая нуждается в разрешении. Это фундаментальная, многолетняя, беззастенчивая, я бы сказал, нарушения авторских прав, которые происходят по части наших изданий. Но я могу вам сказать, что в течение двух десятков лет, даже более того, российские сайты беззастенчиво продают те книги, которые мной изданы. Попытки пресечь деятельность пиратов, они не дают каких-то особенных результатов. Поэтому мы призываем наших коллег в Российской Федерации, это в основном сайты российские, предложение сделать по тому, как можно пресечь пиратскую деятельность людей, продающих эту литературу, со ссылкой на автора,
получающий деньги не один десяток лет, и ничего не согласовывая с теми, кто эту книжку написал и издал. Само нарушение авторских прав, оно и внутри Казахстана имеет место. Существуют издания, которые заимствуют материалы наших работ, совершенно беззастенчиво не ссылаясь. Вот есть книжка некого Дуйсена «Основа формирования и развития индустрии туризма в Казахстане», которая на 12 странице этой книжки беззастенчиво заимствует, без ссылки, материал, который в нашей книге был представлен, «Теория и практика подготовки специалистов туристской индустрии в высших учебных заведениях», на странице 10. Этот материал был представлен в автореферате и диссертации нашей докторской диссертации «Теория и практика подготовки специалистов туристской индустрии в высших учебных заведениях». Количество нарушений уже перешло в другое качество. То есть идет просто интеллектуальный грабеж беззастенчивый, и эти люди считают, что они могут действовать безнаказанно. Если кто-то из юристов, специалистов по авторскому праву захочет нам помочь, мы будем очень признательны. На следующий год мы планируем издание двух учебников и нескольких статей с импакт-фактором в зарубежных журналах. Кроме того, планируется продолжить подготовку инструкторов туризма той школы, которая сформирована в Астане в городском клубе туристов. Два отделения этой школы прошли поход первой категории сложности по северному Тяньшаню. Мы это планируем. И планируем продолжить повышение квалификации своих сотрудников и наших коллег, которые согласились участвовать в нашей джунгарской экспедиции, где будет пройден маршрут второй и третьей категории сложности. Вот я думаю, что этим мы займемся в следующем, наступающем уже 2016 году.